Скажи, сегодня 31 мая. Все, 31 число мы приехали в Миссисипи. Вот мы пересекли только что этот мост. Вот она разлилась. Марина снимала, ты выше перед этим. 2011 год. Да, баржа, вот там вот вдалеке. Там был, он проведел камни, он туда ложил камни. Он перевозит камни, да? Перевозит камни, да. Давай, я. Еще мы видели большого сейчас я корабля. Вот сниму. Корабля. Корабль там большой. Вы не видите, почему большой корабль. Да, ну давай, рассказывай. Вот тут где-то был большой корабль, но вы не видите, почему, что нам надо еще обратно идти на бридж, а потом был... Вернуться на бридж, да? Да. И мы almost будем, мы где-то чуть-чуть вот тут будем. У нас хотел где-то тут будем. Хорошо. А пушки там? Вон и там пушки. Пушки. Да, здесь пушки еще старые. Я даже не знаю, там, кстати, на горе тоже. Там пушки, да. Ага. Все. Знаешь, я Коста. Вот тебе Миссисипи. Разлилась она не слабо, но нам здесь хорошо, потому что мы на горе. Да, мне интересно, знаете почему? Что если этого бриджа не было, мы утонули. Еще, если поедешь на этого бриджа, ты увидишь эту всю реку. А как бы мы утонули, если бы мы тогда не поехали по нему и не утонули? Значит, мы могли там где-то. О, Джессика. Там еще корабль. Там еще корабль. А мы будем питаться на поезде. А он Владька наш. Папа, сюда. Да. Там еще кораблик. Джессика. Вон один, какой сейчас будет при нами ходить. Да. И вон там еще. Вон она плывет. Баржа такая. Очень много барж плавает. Еще одна. Все.